примере объектива Industar 61LD, это объектив от дальномерного фотоаппарата FAT5V, как можно с помощью трех макроколец, буквально там за 8 долларов я их купил, это 28 мм, 7 мм и 14 мм, сделать отличный макрообъектив с увеличением 2 к 1. Короче, я их всех скрутил вместе и сверху накрутил объектив. Значит, что у нас получилось? Я вот снимал видео, нашел такого ЖК. То есть с ЖК-ами сейчас не очень, потому что похолодание. Ни муравьев, ни жуков, никого, ни пауков, никого на приусадебном участке. Все разбежались, зарылись куда-то там в норы в свои. Короче, нашел я под фундаментом такого ЖК. Там в конце видео покажу с телефона, как он по размерам. Там буквально, я не знаю, может миллиметров 6 это от силы. Снимал я на Fuji XT100. Это кроп, беззеркалка. Я снял видео на этот объектив с этими макрокольцами и пару фоток захилячил. Все видео и фотки это абсолютно без обработки, абсолютно. То есть ни цветокоррекции, ни резкости. Вот как есть камеры, я все сюда и выложил. Естественно, тряска тут неимоверная, никакого ни стендикама, ничего у меня нету. Просто вот с фотоаппарата, с этим тремя кольцами индустаром, я вот просто с рук все снимал абсолютно. Я хочу сказать, резкость обалденная, все тут вообще четко, я очень доволен. 2 к 1 масштаб, это просто супер, за 10 долларов, объектив не бесплатно достался, так что имейте в виду. Если у кого есть, покупайте, не пожалеете, я вот серьезно говорю. Всего хорошего.